У нас совершенно непростой щелкунчик. Мы готовим представление, которое должно поразить детей своей фантазийностью, своими приключениями, своими фокусами, гимнастикой, масками клоунов и бесконечным праздником Нового года. Настоящий оркестр живой. То есть у нас щелкунчик еще это и опера. Но прежде всего это яркая, детская, музыкальная сказка. Настоящая сказка, в которой вы совершите путешествие, сны, детские фантазии. Здесь все возможно. И вот это вот сочетание современных аранжировок, настоящего оркестра, оперы и балета одновременно, оно и создает вот эту сказочность. Я воплощаю какую-то свою детскую мечту, когда мне хотелось вот увидеть все и сразу.